Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами Людмила, и мы варим на термомиксе. Сегодня мы приготовим с вами особенное блюдо. Гуфью. Вот смотрите. Я взяла зерно, помыла, вот так полотенечком его промокнула. И сейчас мы его отправим в наш термомикс. Мы отправляем наше зерно в термомикс. Прямо из полотенечка. Если вы будете готовить зерно, берите не больше 300 грамм. Даже если вы муку готовите, чтобы полностью хорошо все измельчить, приготовить муку, то надо брать зерновых не больше 300 грамм. Теперь мы закрываем крышечкой и ставим наше зерно разжариваться. Ножи я ставлю в обратную сторону и на 0,5. Наше зерно поджарилось, теперь мы его должны превратить в муку. Поэтому мы выставляем время и делаем максимально скорость. Сейчас будет немножко громко. Наш термомикс нас позвал. Из зерна приготовил нам муку. Эту муку мы должны пересыпать. Сейчас освободить нашу колбу. Посмотрите, какая мука у нас получилась. Величину крупинок муки грубого помола или нежного помола вы можете регулировать временем. Нужно более крупный помол, значит, сократить время. Более мелкий — увеличить время. Хорошо. Переступаем дальше к нашему приготовлению блюда. Дальше мы добавляем туда бананы в колбу. Я бананы просто ломаю пополам. Теперь эти бананы нужно измельчить. Буквально несколько секунд. Вот так в пюрешку измельчились наши бананчики. А теперь мы возьмем ситечко и просеем нашу муку. Добавим в наши сладости немножко меда. И все это еще раз, собьем. Перемешали все наше содержимое в колбе. Теперь откроем крышечку. Теперь мы берем и лепим из того, что получилось, просто шарики. Вот эти шарики можно слепить вот такими маленькими, можно еще мельче, большими, или можно сделать колбаской, а потом нарезать вот такими кусочками. Ваши родные обрадуются такому перекусу, если возьму с собой на работу, в школу, в походы, просто на пикник. Это вкусно и полезно. Если вам понравилось наше видео, рекомендуйте нас дальше. Подписывайтесь на мой канал. А если у кого-то еще нет этой чудо-машины и хочет очень приобрести, напишите мне, я вам помогу. А я не прощаюсь с вами, я говорю вам до свидания. До следующего видеоролика. Пока!